Я писала тогда. Если хочешь совет, присаживайся. Люди высекли золотом фразу простую эту. Ну зачем тебе свет? Никогда никому не привязывайся. И летела простая фраза моя по свету. Ее пели от горя, читали взахлеб с надрывом. И слова отзывались, как сотни простых реприз. Кровь от лопнувших лампочек тихо и больно стыла. Память лучших моментов тянула балластом вниз. Эти люди не насовсем, утверждали сотни, и порвется однажды и эта тугая нить. Только знаешь, ведь хуже всего никого не вспомнить, оставаясь один на один с этим страхом жить.